Банки должны работать результативно и максимально учитывать интересы национальной экономики. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам работы кредитно-финансовых организаций. В центре внимания – эффективность работы банков и вопросы заработной платы. Требования главы государства – финансово-кредитные организации должны работать результативно, а бонусы для банкиров не должны быть заоблачными. Александр Лукашенко подчеркнул, банки не должны выпячиваться в общей системе государства. В целом финансовая ситуация стабильная, но такие важные вопросы, как возможные риски, всегда на контроле. Посольство Беларуси в Швеции открылось в Стокгольме. Официальная церемония состоялась накануне. Тогда же прошли белорусско-шведские межмидовские консультации. На них стороны обсудили широкий спектр вопросов, в том числе перспективы развития сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах, углубление диалога по линии Беларусь-ЕС, подготовку к саммиту Восточного партнерства, который пройдет 24 ноября в Брюсселе. Напомню, у нашей страны не было посольства в Швеции с августа 2012 года. В Лондоне с молотка ушла картина знаменитого белорусского художника Марка Шагала. За полотно, которое носит название «Любовники», заплатили 28,5 миллиона долларов. Картина была написана в 1928 году. На ней изображен сам художник, его жена и муза Белла Розенфельд. Сразу после написания шедевр приобрела семья, которая и выставила полотно на аукцион. Первоначальная цена лота составила 18 миллионов долларов.